Как изменилась сельская медицина за последние годы и какие перспективы ожидают врачей и средний медицинский персонал, выбравших жизнь за пределами мегаполисов? Об этом и многом другом расскажут авторы документального фильма «Сельский доктор на пороге перемен». Он выйдет в эфир нашего телеканала завтра в 10 часов утра. Фильм об уникальной программе «Земский доктор». Каждый ее участник, сельский врач, получает 1 миллион подъемных. Если выпускник высшего учебного медицинского учреждения решил отправиться работать в сельскую местность, то он может получить не только гарантированное место работы, но и деньги на строительство или покупку жилья. Как реализуется программа на деле, кто из молодых и способных специалистов реально приходит на работу в больницы и другие медицинские заведения в сельской местности, и что еще сделано для того, чтобы лечение сельских жителей было высококачественным и профессиональным? Ответы на эти вопросы в документальном фильме. На плечи этих совсем еще молодых.